Собираемся на кухне, посмотри. Пока-пока. Ножками дальше. Витя! Витя! Это песня типа. Это вырублена буква. Да. Да вырублен? Да. Это же тебе, Саша, да? Со мной еще никто не разговаривал. Да. Со мной так еще никто не разговаривал. А я буду ба-ба-ба-ба. Хорошую песню, пожалуйста. Хорошую, да. Хорошую. Ребята, тишина! Когда вы предложили выпить, я сразу сказал, мне пить нельзя. Мне пить нельзя. Когда вы опять предложили, я отказал. Я сказал, извините, но мне пить нельзя. Когда вы сказали, с селедочкой сам Бог велел, я ответил, меня он в виду не имел. Когда вы пытались назначить меня тамадой, я сказал, хорошо, дайте рюмку с водой. Когда вы сказали, да ладно, хоть пригуби, я сказал, пригублю, но не буду глотать. Когда вы сказали, за родителей надо глотать, я сказал, ничего, не расстроится мать. Я вас уверял, что мне очень комфортно и так, а вам все казалось, что что-то не так. Я вам отказал в общей сложности раз 25, а вы предлагали опять и опять. Так что же вы попрятались теперь, трусливые твари? Покажите свои мирские шары. За свои слова сучары, ну-ка отвечайте. Хотели со мной выпить, падла, на тебя. Так что ж вы попрятались теперь, трусливые мрази? Ща по одному, как котят, утоплю, не так. Кто со мной не выпьет, тому раскрою хлебала. А ну-ка сели за стол, наполнили бокал. Послушай, жирный, ты в принципе можешь идти. А тёлка твоя останется тут. А чё недоволен, ты ж сам здесь сходу мутил. Кричал камасики, все те, кто не пил. Компашка, я вижу, подобралась еще та. Сплошь лицемеры и секуны. Глядите, как здорово отпечаток торта. Смотрится в стене вашей стены. Не надо на меня вам наступать вот так четвером. Я рос в 90-х, меня не возьмешь. Помните, в торте был вот кухонный нож? Так там его нет. Вот этот нож. Куда ломанулись, я вас не отпускал. Мы-то сели за стол, в доме все-таки гость. Сейчас мы с вами будем долго бухать. Слышь, лысый, давай, говори, сука, тост. Какие же твари, я же старался, как мог. Я же вам говорил. Ну не пью я, ребят. Надеюсь, теперь извлекливый дебилы урок. Надо, блядь, слушать, как так говорят. Да чё бы грустнели, урода, а ну веселей. Почините мебель, и глаз заживет. А мне вот теперь искать новых друзей. Причем, что обидно, седьмой раз за год. Yeah.